Всем привет! У нас сегодня такой популярный руль, как F430 Force Feedback. Это с обратной связью, который руль. И мы его хотим переделать и сделать его с кокпит-версией, смешать. Это F430 Force, точнее без Force, просто кокпит-версия. От нее вот у нас вот эта часть со штангой. Где у нас штанга сама? Штанга сбоку. Ага, вот она штанга у нас. Соответственно, мы хотим прикрутить руль на эту штангу. Руль мы подготовили. Вот здесь у него есть крепление родное, то, которое к столу крепилось. И мы сделали вот здесь отверстие. Сняли все, что было от руля кокпит. То есть сам руль нам не пригодится. Руль полностью мы поставим вместе с обратной связью на эту штангу. Закрепим родным креплением. Где она у нас? Вот она. Вот этим креплением. Мы здесь добавили болтик один, чтобы оно у нас слишком глубоко не прошло, потому что там оно дальше стоит резистор, и он может немножко упереться в него и проломить его. Поэтому нужно вот такую гаечку накручивать. В самой штанге мы еще проделали отверстие дополнительно вот здесь для проводов. Мы их все выведем. Вот здесь получается у нас подключаются педали сами. Мы пропустим все эти провода внутри этой штанги. Родной провод мы вытащили оттуда. Вот он такой вот витой там стоял провод. Утырь обычные провода. Питание мы, здесь был разъем на 20 вольт, который на блок питания идет. Разъем мы убрали, мы его поставим в док. Вот сюда, в эту часть, в заднюю. Вот здесь, где ручка, чтобы было ближе к розетке подключать, чтобы не было у нас проводов никаких, визуально видно. USB-шный провод родной оставили. Мы его полностью пропустим тоже внутри штанги через вот эту дырку. Еще мы сделали вот здесь внизу также дополнительно большую, широкую. Почему широкую? Потому что сам USB мы, получается, вставим его туда целиком, чтобы ничего не обрезать. У нас он будет торчать также вот здесь сзади вот этого основания, вот здесь. И мы подключим туда просто удлинитель. Ну, обычный USB удлинитель, папа-мама. И он уже будет в приставку подключаться после этого. Почему вот эти две версии вообще вместе скрещиваются? По той причине, что вот эта версия, она поддерживает PlayStation 4. А версия Cockpit, она поддерживает только PlayStation 3 и уже не сильно актуальна. Оба эти версии можно купить сейчас на Авито. Эту где-то примерно 4-5 тысяч рублей. Много очень вариантов объявлений продается. Эту вот в районе 3 тысяч рублей мы купили. Но тоже, в принципе, по интернету, по России примерно около 5 тысяч рублей. Получится, что у вас будет уникальная такой руль, у которого есть обратная связь, который совместим с PlayStation 4. У которого есть кокпит, то есть вам не нужно будет покупать какие-то дополнительные кресла, крепления. Вы сможете просто убрать руль куда-то в угол, а потом просто взять его и сесть на диван на комфортный и играть полноценно. У вас будет руль, говоря, закреплен и будет комфортно у вас ездить. Педали абсолютно идентичные, только с большим разбегом, чем у Force Feedback. Вот это расстояние у них больше за счет того, что эта штанга сюда складывается. Но технически они абсолютно идентичны, поэтому мы их полностью перепаяем. То есть все, что подключалось вот сюда, разъем, мы его оставляем. Шнур мы обрезали вот от родных педалей. Здесь мы его обрезали и точно так же распаяем на вот эти резисторы, которые установлены здесь в педалях. В принципе, все. И руль, по идее, все, больше ничего вам не нужно. То есть это будет реально уникальный руль, которого сейчас нет в продаже. За минимальные деньги, то есть если вы это будете вообще делать все сами, то есть и купить там за 3, грубо говоря, тысячи рублей там то и то, примерно там 6 тысяч рублей по минимуму у вас выйдет руль, который сейчас рули аналогичные стоят около 30-ки. То есть есть смысл просто вот заморочиться и сделать такую вот удобную вещь. Она, во-первых, выглядит красиво, такая вся в стиле Феррари. То есть этот руль на самом деле очень качественный, он с металлическими такими лепестками переключения, фидбэк у него очень приятный, отзывчивый. То есть вообще руль, наверное, один из сейчас из лучших, который вообще можно найти за вот небольшие деньги. Это руль от Трусмастера, если
кто не знает, это хорошая знаменитая фирма, которая выпускает рули. То есть вот это оригинал, ну не оригинал, это как бы копия руля F430 Ferrari. То есть здесь даже есть вот эта манетина, переключатель режимов. Он вам не понадобится, на PlayStation эта вещь она не используется, она просто светится красиво, толку от нее нет. И вот эта кнопка, это джойстик, то есть можно полностью по меню управлять. Есть двое подводных камней, когда вы будете все это разбирать. Вот эту алюминиевую штуку вам придется вот здесь немножко отогнуть. И там находятся два самореза, вам их придется выкрутить, чтобы разобрать часть вот этого привода обратной связи. Также вот эта штука, пластиковая облицовка, она очень сильно интересно пристыкована вот к этой части алюминиевой. У нее есть вот такие вот две штучки, которые цепляются за алюминиевый корпус. Мы их увидели через специальную камеру, потому что мы долго не могли снять все это дело. Засунули в итоге туда камеру, увидели, что там есть защелки, потянули, и она вот у нас отстегнулась. Не хотели ничего ломать, поэтому все не спеша посмотрели. Вот, поэтому вот она сюда вот крепится, получается. Вот здесь вот вам, чтобы потом после пластика, когда вы пластик этот снимете красный, у вас самое доступно три вот здесь вот винта на шестигранниках, вот таких вот. И вы их, соответственно, выкручиваете, только после этого сможете снять штангу целиком вот эту. Также вот эту дырку мы, наверное, сейчас расширим тоже, чтобы она была больше. Нам сюда нужно будет еще два шнура вот отсюда штанги пропустить. Короче, вот что получилось, все работает. Единственное, теперь вот минус у нас, значит, смотрите, как мы сделали. Вывели вот сюда отдельно выход под блок питания, чтобы не тянуться туда. И USB я просто оставил тот, который был, вот он коротенький такой, но его достаточно, чтобы подключиться. Если нужно, можно удлинителем его удлинить. Педали работают, соответственно, педали остались от кокпита. Мы их полностью распаяли так же, как были родные педали от Force Feedback распаяны. Все вот здесь мы заклеили. Немножко, конечно, видно, что погнут алюминий. Но мы обратно его заклеили. Вроде норм. Визуально как бы сильно эстетику не испортило. Единственный минус, смотрите, какой наклон руля. Видите? То есть немного придется вот здесь все-таки дорабатывать. Что-то сюда треугольное такое выпилить, чтобы угол немножко ушел сюда, чтобы руль нагнулся. Потому что играть немного неудобно. Получается, что вот эта часть лежит у вас на коленях. И, грубо говоря, руль между ног как бы не очень правильно. Надо вот этот момент этот будет исправлять. Так все работает. Пожалуйста, можете вот комбинировать Force Feedback с Ferrari 430 кокпит. И все будет у вас на PlayStation 4 работать. Вот, пожалуйста, Assetto Corsa. Все, пока.